Петербург, 27 мая, РИА Новости. Военно-морской флот России будет поддерживать состав группировки в Средиземном море на эффективном и сбалансированном уровне, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду точной копии корабля «Полтава». ВМФ будет поддерживать численный состав группировки в Средиземном море, который будет эффективным и сбалансированным, сказал он. По его словам, численность группировки постоянного оперативного присутствия ВМФ может гибко меняться в зависимости от поставленных задач. В составе группировки несут службу по принципу постоянной ротации корабли всех флотов. Состав группировки по классам кораблей определяется таким образом, чтобы она сохраняла самодостаточность, то есть могла успешно взаимодействовать с авиацией, выполнять задачи поиска подводных лодок, а также задачи противовоздушной обороны. Корабли группировки в Средиземном море проводят регулярные учения в составе корабельных поисково-ударных групп в составе тактических групп, отметил Королев. Это нормальная практика военно-морского присутствия. Относительно присутствия в составе группировки кораблей с высокоточным оружием, то они там постоянно находятся. И вполне естественно, что при дальнейшем строительстве кораблей, оснащенных высокоточными комплексами оружия, их процент может быть увеличен в составе группировки, добавил Королев. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости, инфографика, перейти в фотобанк самые мощные армии в мире.